Привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем Demon Rises мод. Совершенно неожиданно что-то захотелось снова поиграть. Ой, их надо воскресить. Надо уже его допройти, он меня так бесит, если честно. Говно, не мод. Ну пусть будет. Блин, 60 FPS так недоровично. Ой, как непривычно, в 60 кадров-то после челлендж-мода. Не челлендж-мода, а так точнее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, давай тебя. У нас что получается сейчас город, а потом Камила, ой-ё. Фига тут наотравлялись. Так, ну погнали. Ну погнали. Открывай. Опачки. Монг. Ты мне не нужен вроде как, да? О, да, отлично. Идеально. Лучше не придумаешь. Кстати. Лучше не придумаешь. Аура, ой, а ты неплохой хиллер, правда у тебя защита. А почему у тебя рожа от Феникса? Объясни мне, пожалуйста. Ну ладно. Или это баг? Странно, ладно. Что из себя представляет маг? Ой-ой-ой, атаки-то! Ох, ёб твою. А не жирно ли тебе для мага иметь атаку под сотню? Я думаю, жирно. Вот сколько у тебя атак? А, ну ладно, главный держит, и хорошо. Конь есть теперь хиллер, хотя бы еще один, ладно. Рискуем. А больше никто не дотянется. Блин, как 60 FPS, это непривычно. Реально непривычно. Thank you.
не дотянусь до мага. Ну ладно. Да ладно, да ну да ладно. А, ну да, тут же у нас еще проблемы с этим. С заклинаниями, так сказать. Это я уже чуть подзабыл, блин, потому что на другом моде сконцентрирован. Ну да, 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 прощай, ну падла, ну какая же ты падаль, а? Так, не гореть, не гореть, не надо. Прощай. Минус два, просто. Минус два. Просто минус два. А почему? А потому что херня полная. Ладно. Слышь ты, упырь. Еще живучий такой, а? Лучница, конечно, хороша. Ничего не скажешь, но, блин, минус два сразу, ну это как-то жестко. Как-то жестко. Ну а что поделать? Оставили бы хотя бы по единичке, как бы можно было осилить, но нет. Но нет. Ладно. Не, ну а хер ли делать, если не прокатывает такая херня. Танков нет. Танков нет. Голема, может, дадут. Вот здорово, кстати. Неплохо. Нормуль. Вот кем танковать, кроме главного? Да неким. Так, эти ребята должны отъезжать сразу же, моментально. Вот прям моментально. Просто иначе я тут сейчас охерею. Не, ну это мощь, конечно. Почему бы нет? Теперь попробуй пробей, мразотник. Вот вместо бы детокса буст был бы вообще супер.
А так круто, аура вторая, это прям то, что нужно. Прощай. Ну, практически. А, не, прощай, да. Брони у войска вообще нет. Тут двое, просто херово будет. Не убьет. Фух. Я думал, на эту полетит. Давай вот так. Падла какая. Прощай. Нет. Пока нет. А, ну да. С двух все-таки. Блин, у меня просто отряд без брони. Он с очень мощной атакой, но без брони. Просто все умирают. Тут первый подходил, тот и выиграл. Тут, короче, это... броня вообще не решает ни хера. У главного только есть, и все. И все. Да ладно, ну реально нет брони, нету. Да, без брони туговатенько, конечно. Не, ну эта женщина, да. Там еще один вампирический летает, но это ладно. Кончился. Угу. Я отравил еще. Как мало хп-то. Да.
там. Блин, как не привычно, все так быстро, все кадров. Всю жизнь играли в пауэрские консоли. Да, толку там десятка. Ой. Смысл. Вот бред, клетка, там типа сосна, ладно, высокая, я понял. Я понял, ладно, ладно, молчу. Мама, ну мама не надо. Ну чё, на слив? Ну, одну укатали в головешку. Да ладно, да ладно, ну как же так? Стреляли два раза, лучники вот все стреляют нормально. Зачем? Не, не надо. Чего? Ну, ну все, я понял. Угу. Так. Минус. Хорош. Ну это моща, конечно. Вот и все дальше. Сейчас пойдем на босса. Лази давай. Так, ладненько, тут должен быть перец. Отлично. О, воин, точно, 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 я беру тебя, друг. Я беру тебя. Я тебя беру, конечно же, только вместо кого? А мы сейчас подумаем. А мы сейчас подумаем, да. А вместо кого ж тебя взять-то? Так, сейчас надо воскресить до хера народу.
Можешь шар убрать, она так бесполезна. По сути своей. Или вот этого аварона вонючего. Мэй, который не воскрешается, замечательно. Так, в промоут мы не лезем. А какого ж хера тебя в отряде нет? Тихо. Это мы сейчас все сделаем, ладно. А, оружейный магазин. Оружейный магазин. И это все. О. Так, что по статам у гнома? 71-62. А, это вот целитель, ну это же Феникс. Ладно. Семьдесят один, шестьдесят два. Ну, Сара, ну вот реально, ну, бесполезна она, наверное. Или Феникса нахер убрать. Хотя не, а так еще более-менее. Ну да, вот этого я уберу, наверное. Хотя у него бласт, блин. Да и нахер он мне сдался, этот бласт. Так, где священник? Управление снять. Опаньки. Ничего не происходит. Так, караван. Гиян, блин, у него 5 подвижности. А, это лучник мой. Ну ладно, иди отдыхай.
степом 40. Тебе тут делать нечего. Хоть кто-то может потанковать, господи. Главный этот. Здравствуй, здравствуй. Поехали. Так, блин, ну 90 стоят такие, это хорошо. Брони нету ни черта. Так, новые гаргульки, но это ладно. Тут все мобы, сука, сильные. Гном, хорошо ходить стал. Целителей ты больше не будет, кстати, по-моему. А, ну Шиву, кстати. Во-во-во-во. Надо будет посмотреть сейчас, если бой получится пройти. Смотреть, что да как. Блин, я не знаю, что я с таким отрядом буду делать на финальном бою. Не знаю, просто не знаю. Пробовать будем. Что еще? Что еще остается делать? Пробовать. Так, слышь ты. Ну давай без этого дерьма, ну. Выдумал тоже мне. Ух, ё! Тут лучше минусовать народ. Не выёживаться. Слышь ты, мразотник. Блин, я путаю, у него аура вторая, не буст. Нахер рисковать. Я там мага чуть боюсь так.
Блин, тупанул я. Вот у кого буст. А, у него первый. Что-то у меня было второй у кого-то. О, заодно и танканешь. Все такие одинаковые, блин, не нравится. Еще и поленились спрайты нарисовать. Ну пиздец. Что это? Икона, мать, как сейчас повезло-то мне. Вы вообще опухли. С такой атакой еще Дюсова у вас есть? Я манал. Это жестко. Если бы он сейчас прошел, я бы бомбанул так, что... мало не казалось бы. Не, ну от этой девки никто еще не уходил. Отсылку к фильму кто понял? Лайк поставь, если отсылку к фильму понял. Кто постарше, я знаю, что поймет. Так. Все, у меня тряпочный отряд какой-то, вот реально тряпочный. Гномы главный, все. Все. Не, ну был же буст второй, ну. Первый. Атака. Не пойму. Кто, блин, подожди, потом надо пересмотреть будет. Я же использовал. Срать, ладно. Поехали. Да. Не кислые, ребята, не кислые. Не, ну то, что он там подошел, это, конечно, здорово. И это здорово, отлично. Отряд за счет атаки тупо тащит. Все. Да, Сару, походу, пора убирать.
поменял характеристики. Красавчик. Маги не пошли. Странно, странно, странно. Очень странно. Лучше. Ты же не походишь после этого, ну? Да не, не должен. Подохни уже. Ну падла, ну блять, а? Не, я жду, от этой никто не уходил еще. Потихонечку подходим. Отлично. Идиота кусок. Это просто здорово вышло сейчас. Остался один маг всего лишь. Странные у тебя траектории, ты пьяный что ли? Так, что, минус рыцарь еще получается? Ах ты ж мразь. Да, люк проседать стал. Не менять его ни на кого. Жалко, надо успеть убить, иначе будет больно. Да, пачечка там нехилая сверху собралась-то. Thank you.
мразота. Была главешка и нету. Двигаемся потихоньку. Но это морозотина понятно. Она будет тут стоять. Жаль. Нельзя. Блин, фух, повезло. Терять нельзя. Терять ее нельзя, у нее атака очень мощная. Или я? Мне, ну, по идее, должен успеть убить эту тварь. Да ну не надо, ну. Один. Не, ну этого, конечно, хватило, но, блин, это смешно. Не-не-не-не, даже не думай, пока рано тебе выходить. Даже не думай. Даже не помышляй об этом. Так потихонечку вправо оттягиваются. Идем главным подальше, я знаю эти приколы. Ой, как больно сейчас будет ей. Ну что, два лучника укатаем его. И, по идее, должны. Можно даже вот так сделать. И отвлечь.
Ну а чё, норм? Да, Сару надо выкидывать, она совершенно бесполезна. Ебать. Ну это понятно, она по два раза ходит. Так, она сейчас будет всех сносить потихоньку, если я не начну бить ее. Надо первым делом снести мага, потому что если он дойдет до главного и сделает десол, я подохну. Есть. Так, теперь. Так. Я главное открыть, нельзя так делать. Кнопку не нажал, блеха-муха. Ай. Отлично. Не нужно мне это сейчас. Это понятно. Убиваем нахер тебя. Того. Вот у кого буст второй, ты ёб твою. Главное у самого. Это бесполезное тело сейчас помрет. Да. Сам босс-то шляпа. Просто атака очень мощная. А так херня, ладно, сейчас перелетим на остров и закончим на этом. Все, мразь.
дам. Отлично. Оп тебе. Вырву же. Поехали на остров. Полетели. Давай уже. Ой-ё, дуваханчик. Все, корабль разбили, собаки. Валим. Так, теперь сюда. Здорово, мать! Вместо Сары пойдешь. Это будет замечательно. Ладно, ну вот совсем уж бесполезно. Просто уж никчемно прям. Так что надо менять.
Давай, присоединяйся уже. Ради тебя сюда и пришел. Так, заканчивать надо. Запутался. Тихо. Да, можно было и так, да. Бесполезное создание воскрешаем, да. Как нет ничего? Подожди, никто не может такого быть. А, ну это такой же щит. Эх, ладно. Чё по тебе? Шестьдесят 4.39. Ну что ж так плохо-то всё, а? Пять защиты у нее, а у этого вообще 39. Ну что за порожняк, ну твою мать. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Чуть подросло я сейчас с этого момента чуть-чуть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и пойдем дальше в следующей серии уже цветочки бить. Бить цветочки, да? Так что всем пока.